Мадлен очень много помогал фронту. Прямо вот он все больше и больше помогал, становился известным. И, конечно, я думаю, что ребята там на фронте тоже воспримут эту потерю очень серьезно. И, честно говоря, неудивительно, что это в Санкт-Петербурге случилось, по моему мнению. Потому что в Санкт-Петербурге очень много вот этой мрази либеральной, которая постоянно там митинги всякие устраивает против президента и так далее. Вы считаете это террором или что? Да, абсолютно. Сейчас у нас такое время, оно не простое. Эмоции, конечно, были, как сказать, ну не шоковые, но немного неприятные, потому что ты считаешь, что ты живешь в каком-то городе, который, ну, которого это вообще не коснется, и оказывается, что у нас здесь бывают такие происшествия, даже не знаю. Но был очень удивлен, очень расстроен.